Привет, девочки. Карина, спасибо тебе большое за твою работу. Я тебе писала только что личное. Хочу, чтобы увидели многие. Твои обряды действуют. Я очень рада, что ты у меня есть. Я очень благодарна тебе за всю твою помощь мне и моим детям. Спасибо тебе огромное. Пусть всегда у тебя будут силы, пусть всегда будет энергия, здоровье и Божья благодать для того, чтобы ты была счастлива и могла делать счастливыми остальных людей, людей, которые обращаются к тебе, чтобы ты могла им помогать. Спасибо тебе огромное за все. Gotta stay select. Don't come around to me. Better conquer different lives that we lead. I'm in a Nike tag and a brand new Louis V. Shoes on my wrist, eyes on me, no sex. Pop up for a minute, eyes up on my, eyes up on my whip. Benzes and BMs, eyes on me, no sex. Сейчас в наше время, время информации, очень много как позитива, так и негатива. И вот комментарии, которые вы мне пишете, там грех, туда-сюда. Я сейчас говорю о Карине, о человеке, который может помочь. Грех в чем? Грех в молитвах, которые просят защиту. Вы ходите в церковь, покупаете свечи, сами молитесь. А если за вас сделает это другой человек, это грех? Грех – это какие-то темные ритуалы. Карина просто молится и защиту делает. Защита – это очень классная вещь. Почему? Потому что ситуации, которые должны произойти, они происходят, но они происходят в вашу пользу. Вон я вроде попала в аварию, теперь раз на БМВ, пиарчик туда-сюда. То есть, да, есть события, которых нам не избежать, но они в итоге выворачиваются в плюс. И это и есть защита. Защита на планы. Вот я всегда прошу Карину сделать мне, помимо защиты на меня и на моих детей, на мои планы. То есть то, что я себе запланировала, чтобы сбылось. Это очень классная защита. Я никогда не прошу кого-то там заколдовать, приколдовать, приворожить. Карина этим не занимается. Это действительно грех. А вот помолиться в святой праздник, по святым местам, в святом месте за вас, вот это она сделает. И все мои планы сбываются. Они сбываются иногда не так, как я планировала, а еще лучше. Даже так, как я не могла бы придумать. Поэтому я и оставлю здесь ее телефон, ссылочку, чтобы вы тоже могли обратиться. И помните, Вселенная любит обмен. Не только вам, но и вы. У Карины, кстати, все очень доступно. Обязательно нужно благодарить и Вселенную, и мастера. Всем советую, если кто-то запутался, не может найти выхода, всех Карине. Я очень вам благодарна. Карина, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы помогли разобраться мне в моих проблемах. Жизнь моя стала налажена. Есть такая женщина Карина, которая помогает всем нуждающимся. Я обратилась к Карине. Карина действительно мне очень помогла. На своем опыте я расскажу, что обращалась ко многим целителям и магам, ясновидящим. Даже ходила на битву экстрасенсов. Я проживаю в городе Москва. Ну, честно говоря, что никто мне и так не помог. У меня были проблемы со здоровьем. Но Бог послал мне просто свыше Карину. И сейчас 2 месяца она со мной работает. Знала я про Карину от Юлии Барановской, благодарна ей тоже очень за ее отзыв, и мне очень помогло это, спасибо большое. Друзья, обращайтесь к Карине, она реально помогает в трудную минуту, в трудные моменты. Хочу поблагодарить Юлию Барановскую, что посоветовала мне обратиться за помощью к Карине. Карина действительно творит чудеса, и самое главное, она не... Это больничная палата. Пожелайте мне удачи. Я иду на операцию.
чинить свой прекрасный голосок. Чуть-чуть вам поговорю, чтобы вы его запомнили, потому что потом он будет такой, как был раньше, звонкий, без скрипоцы и всего-всего-всего. Спасибо доктору Василенко за то, что он так круто лечит связки, ушки, носики и все-все-все. Пожелайте удачи! Дорогие мои, ну что, можете меня поздравить? Мне назначили операцию. На связку. Я не удержалась и записала это видео для всех, кто переживал за меня, за мой голос. И самое главное, для Дмитрия Юрьевича Василенко, для фониатора и Лора, к которому я обратилась с вопросом моего больного голоса. Сегодня даже неделя не прошла с операции, завтра будет уже неделя. И мой голос, он еще не восстановился. Мне еще нужно будет делать ингаляции, продолжать, принимать лекарства. А я уже могу сделать вот так. Я не могла так сделать 3 года. Почти 3 года. Я это поняла, когда сегодня пришел сын. Я ему говорю, они сомкнулись. Привет, мои любименькие, мои дорогие. Я вам сейчас кое-что расскажу. Пойдем. Это Игорь. На нем я езжу. И, конечно же, я поняла, что BMW – это BMW. Но моя маздочка, которую я очень люблю, она
тоже должна ездить. И я кое-что придумала. Я поняла, что я с ней сделаю. Я сделаю конкурс. Я хочу, чтобы так волшебно, как она пришла ко мне, а она пришла ко мне именно волшебно, чтобы так же она ушла. Когда я ее покупала, у меня совсем не было денег на нее. Она пришла, возила меня, и теперь она пусть уходит к какому-нибудь доброму человеку, которому тоже она нужна. Вот так. Моя вкусняшка. Я не знаю еще, как это делается, потому что я никогда такое раньше не делала. Но я знаю одно. Будет конкурс. И каждый из вас получит возможность поучаствовать в нем. И я в ближайшее время все узнаю, обязательно вам расскажу. Сделаю так, чтобы каждый остался доволен. Никто не занял. Да. Привлекательно. Да. Ну, допустим, я мужчина, и вот я живу в них. Я увидел Юлю. Я увидел Юлю, она красивая баба с сиськами. Я такой, о, боже, какая классная грудь. Сможет выкормить меня, пацанов. Как вы думаете, такая карамельная мысль мне в голову придет при встрече с Юлей? Ну, нет, конечно. А вряд ли. О, талия узкая, бедра широкие, репродуктивно, рожать будет легко. Выстреливать будет. Выстреливать. Надо брать. Надо брать. Ну, тоже такая мысль не присутствует. Брала. Так. Друзья, про наклейки. Да, я хочу сделать коллекционные наклейки, на которых будет изображена Маздочка и я.
У меня есть несколько вариантов, я уже отправила дизайнеру, и очень хочу, чтобы вы помогли мне в вопроснике выбрать вариант, который вам больше всех зашел. Почему? Потому что я хочу, чтобы у каждого из вас осталась частичка меня. Вы будете приобретать эти наклейки, и потом из всех, кто их приобрел, и кому я по почте отправила эти наклейки, я выберу победителя, который получит Мазду, и еще много победителей, которые получат призы. Вот так я хочу сделать. Почему именно наклейки, почему вы их приобретаете? Потому что то время, когда я смогу просто за свой счет все это организовать и отдать машину, оплатить билеты человеку, чтобы получил, оно еще впереди. Пока я себе позволить такое не могу. Кто-то приобретет наклейку как частичку меня, а кто-то может мне помочь, потому что сами знаете мою ситуацию. В этом ничего такого нет. Вы поможете мне, я помогу вам. Если вам понравится такая идея, то я привезу следующую машину. Девочки, Карина, спасибо тебе большое за твою работу. Я тебе писала только что лично. Я хочу, чтобы увидели многие. Твои обряды действуют. Я очень рада, что ты у меня есть. Я очень благодарна тебе за всю твою помощь мне и моим детям. Спасибо тебе огромное. Пусть всегда у тебя будут силы, пусть всегда будет энергия, здоровье и Божья благодать для того, чтобы ты была счастлива и могла делать счастливыми остальных людей, людей, которые обращаются к тебе, чтобы ты могла им помогать. Спасибо тебе огромное. Багратуля, покажи, как тебя дядя постриг. Боже, как красиво. Там твоя волосня. Пухля, посмотри на маму. Как красиво. Так, и сейчас почти закончился Эльдарчик. А это все наша волосня. Волосня нашей семьи. Боже, кивлохати, хлопцы. Ничего себе.